инициативу создания детской экологической волонтерской организации поддержали все школы города. В каждой из них созданы отряды со своим названием, девизом и речевками. Сегодня ребята знакомились друг с другом. Задача у всех одна – любить и беречь природу, сажать цветы и деревья, объяснять своим сверстникам и ребятам помладше, что экология на курорте нуждается в нашем бережном отношении. Нам хочется, чтобы они сами действительно стали вот идеологами и пропагандистами. Только тогда они смогут изнутри понять, что такое, для чего они это делают, что как трудно это объяснить людям, что мы должны, чтобы для того, чтобы мы жили в чистоте, для того, чтобы мы пили чистую воду, дышали свежим воздухом, что это на 80% зависит от нас самих. А эти юные экологи уже являются активными помощниками. Они участвуют в городских экологических проектах, слетах и акциях. Делаем первые шаги, это вообще участвуем в акциях, приобщаем других. Вот недавно участвовали в акции «Чистые берега». Мы, наш волонтерский отряд, ходит убирать берега реки Псузопсы. И мы всех призываем сохранять природу нашего города Сочи. Ребятам напомнили, что этот год является годом экологии. Лидеры отрядов получили наборы семян различных цветов и книгу-инструкцию для благоустройства своих территорий. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.